Сладко-сладко. Все, берем гранат. Тебе с Геной возьму, наверное, вот этот. Да? Я испугалась больше, чем та змея, которая сюда залезла. Меня вот ее кусочек громадная, совсем маленькая. Зимой почти все эти дома заперты, и все отсюда местные жители уезжают. И в таком виде вот все сохранилось. Алиса, а что ты такая расстроенная? Что она расстроена? Что тебе купили игрушку, а я не купила. И тут тарелка из Болгарии, которую я купила. 2,5 года. Да, в самом начале войны, когда мы приехали в Болгарию. Тут до нашего Апотоса 10 километров. Теперь ты довольна? Вот лишь бы что, чтоб только мама купила, да? Хотели ожог намазать на плечах, сгорели сильно. Я себе все руки туда поколола. Когда мы были на Мальте в январе, типа, мне там купили в океанариуме, типа, кальмары вот такого. Он называется Лиминария. Буквально 3,5 километра. Плывем туда. По-моему, осьминог уже готов. Доброе утро. Сейчас мы едем на машине в деревне Теологос. Это самая древняя деревня на острове. И бывшая столица Тассоса. От Потоса до Теологоса всего 10 километров. И мы плавно поднимаемся в горы. Теологос означает «Слово Бога». Одна из самых известных деревень Тассоса. Узкие улочки, аутентичная архитектура. Деревня сохраняет свои традиции и славится своей кухней. Барашки и козочки на вертеле. Каждое лето здесь проводится реконструкция традиционной свадьбы Тассит. Деревня основана беженцами из Константинополя в 16 веке, а в 19 веке она была заброшена. Вот. И было здесь буквально 30 домов. Сейчас немножко все более развито, есть несколько таверн, есть церковь, есть музей этнографический. И, конечно, такая она аутентичная, с этими домиками, с крышами черепичными, старинными. Вот такие домики здесь везде, и их не разрешали перестраивать. И в таком виде вот все сохранилось. Дети сказали, что это какашки. Алиса говорит, это орешки, это не какашки. Зимой почти все эти дома заперты, и все отсюда местные жители уезжают. А летом сюда стекается очень много туристов. Это музей Теологос, мы туда заходить не будем с Алисой. И мы просто посмотрим со стороны. Это больше фольклорный музей. Вот он, маленький такой, и тоже с такими крышами черепичными. Hello. А еще здесь самый вкусный мед в этой деревне продается. Здравствуйте. Мы из Украины. А мы давай купим баночку. Хочешь мед? Купим. Да не знаю, когда она закончится, пока не заканчивается. Хочешь мед? Вкусный мед? Домашний все. Можешь попробовать? Можно? Давайте. Коста, сиколиго. Мы будем пробовать с Алисой мед. Мы его любим. Да? Угу. Давай? Давай я. Да, только чуть-чуть, чтобы не было аллергии, ладно? А мед не надо аллергия. Да. Если честно, мед не аллергия. Если покушать рыбу. Алиса дома у нас по утрам все с медом кушает. Пробуй чуть-чуть. Только, пожалуйста, не вижу, чтобы сделать тест. Угу. Пальцы не пускает. Вкусно. Вкусно? Слышишь? Что? Давайте, дайте мне. Можно засти все? Угу. Сладко, сладко. Все, берем гранат. Тебе с Геной возьму, наверное, вот этот, да? Хорошо. А еще здесь много источников вот таких. Можешь ручки помыть, давай. А кто это? Мой. Мой, мой. Я испугалась больше, чем та змея, которая сюда залезла. Вот ее кусочек громадная, совсем маленькая. Она убежала. Церковь Святой Параскевии. Идем. Там закрыто, да? Давай туда. А это школа, что ли, грецкая? Видишь, там... Греческая. Да, греческая школа. А в тавернах местных в Теологосе предлагают блюдо ягненка запеченного. Тая мясо не ест. В период
между 1479 и 1538 годами здесь поселились османские турки. А 30 марта 1813 года этот район был представлен губернатору Египта Мехмету Али-Паше, который очень любил Тасос. Я собирала по копеечкам евро, собрала все, и купила 4 киндера по Гарри Поттеру из новой серии, потому что, ну, я их типа собираю. Мы их стояли, выбирали, нас учили еще из магазина выгонять. Потому что вы их давили, и стояли. Вот, да, и в итоге я взяла какую-то, ну, непонятно, какой-то киндер, в котором сказали, ничего нет. Вот это единственные туристы, которых мы сегодня встретили здесь. А так, кроме нас, скажи, никого нет. Тут есть два маршрута. Туристические, да, маршруты, маркировка тут хорошая, и можно пойти, но мы сегодня не пойдем. А эта церковь Агиас Димитриус построена в 1803 году и одна из достопримечательностей деревушки Теологос. Сувенирные магазинчики. Алиса, ничего не берем. Я с Алисой вообще не люблю в сувенирные магазины заходить. Мама, а? Я собираю морских животных, получается. Вот кого я нашла. Я тоже хочу. Да не коллекционируешь. Купили какого-то очередного лупоглазого непонятного животного. Просто, когда мы были на Мальте в январе, типа, мне там купили в океанариуме, типа, кальмара вот такого. И после этого, типа, я захотела собирать каких-то морских животных. Типа, и вся кровать та и завалена вот такими штуками. Заморские страны, там часто именно морские животные вот такие Алиса, а что ты такая расстроенная? Ничего, она расстроена. Потому что тебе купили игрушку, а ей не купили. Я ей попозже что-то куплю. Просто... Смотри, какой алоэ гигантский. Помнишь, мы со Светой как-то пытались... Ой, да, на трассе встали в Греции тоже. Да, хотели возле ожог намазать на плечах. Сгорели сильно. Я себе все руки туда поколола. И не получилось оставать. Алиса расстроилась немного, потому что мы купили этого куленка и киндеры. И Алиса расстроилась, что ничего не взяли. Хотя мама ей пытается доказать, что ей в другом городе что-то купят, да? Да. А что угодно, Алису, смысл брать, абы было. Люблю, чтобы вот прям вот так было. Мы гуляем по деревне, и мы одни, и местные жители. Больше никого. Выпросила. Теперь ты довольна? Вот лишь бы что, чтоб только мама купила, да? Витрину покажу, здесь куча вот всяких денег. 20 гривен лежит, да. И вот 50 гривен лежит. Угу. Тая залезла ко мне в бардачок. Я хочу что-нибудь сладкое. Да. И тут тарелка из Болгарии, которую я купила. 2,5 года. Да, в самом начале войны, когда мы приехали в Болгарию. И я ее положила в бардачок. И больше я в него, видимо, не залазила. И она тут ездит со мной. Как так вышло вообще? Не знаю. Едем в еще один небольшой городок, соседний от нашего Потоса. Он называется Лиминария. Буквально 3,5 километра. Едем погулять по набережной, посмотреть порт. Городок небольшой. Поехали. Так. Сейчас покажу вам Лиминарию в мае, да, вот. А вы для интереса, кто хочет здесь отдохнуть, сравните видео в Ютубе, которые сделаны в разгар сезона. И это просто какая-то колоссальная разница. В разгар сезона здесь огромный выбор таверн. На вершине холма возвышается дворец Палатаки, а под дворцом раньше были шахты и рудники. Дворец был старой штаб-квартирой горнорудного комбината. И оттуда открывается классный вид на пляж Металия. Алиса, осторожно, осторожно, чтобы ножки не побить, хорошо? Алиса, капитан! Плывем туда! Плывем туда?
Здесь много таверн. Набережная совсем малюсенькая такая. Подниматься к этому дворцу не имеет никакого смысла наверх, потому что вблизи он такой изрядно обшарпанный. Ну, единственное, что хорошего, что оттуда открывается панорама на набережную и на порт Лиминарии. А еще Лиминария в летние месяцы очень оживленная, здесь очень много туристов, и на пляже все забито, и в кафешках, в тавернах. Вот. Сейчас май месяц, и вообще никого нет, мы одни гуляем. Цены. Буду впервые на ужин готовить осьминога настоящего. Вот я его разморозила, правда, купила замороженного, свежего не было тут рядышком. Подождала, пока он размерзнется. Покрошила чеснок, добавила оливковое масло и сок. Выдавим половинки лимона сюда. Это будет наш маринад для осьминожки. Оставляю осьминога в этом маринаде минут на 20. Можно дольше, можно на час оставить. Поставили в духовку его просто вот в этом маринаде, а потом я буду подливать соус по мере запекания. 20 минут мы должны его запекать. Можно переворачивать его. Наш осьминог стал золотистого цвета, и все, он готов. Мы с Алисой вышли посмотреть на закат солнца, но сегодня очень пасмурный день, и солнышко где-то там, за скалой. Сейчас хочу детям в духовке запечь вот такую вот греческую штуку с сыром и зеленью. В сыром виде это выглядит вот так. Тесто, закрученное внутри, сыр. Вот такая красота получается. Вот что вышло. Подумалось о том, что за последние годы я была на многих греческих островах, но спокойнее Тасоса не встречала. Если вы любите уединенные красивые бухты, вам сюда. Всем тихой ночи.